Вы понимаете, что не у каждого есть ветер месяцами в году. Месяцами. Мне подписчик написал, каждый месяц. Сколько там, 20 киловатт я выжимаю с ветряка. Каждый месяц просто. Я, честно говоря, в шоке был. У меня ветря... солнечные столько не давали. А у человека каждый месяц. Поэтому особо я претензий к нему не имею. Но говорить про то, что ветряки работают... И вот у меня ну, ты знаешь, вот у меня вот там Кадиллак стоит или Мерседес стоит. Я не знаю, что у меня там стоит, но ты понимаешь, да, вот у меня там стоит, я тоже могу на словах много чего сказать. Но по факту, имея свой канал и снимая ролики только в ветреный день, да, в солнечный день, демонстрируя какие-то прорывы небесной красоты данные, вы понимаете, что это не показатель того, что реально у вас работает я знаю, и большинство из авторов, которые более маленькие каналы, они знают, как эти ватметры легко накрутить. Они знают, как снимаются фейки на сегодняшний день. И не нужно тут рассказывать сказки. Для того, чтобы объяснить, что технология рабочая, тут, к сожалению, недостаточно того, что вы снимете какие-то данные. Тут реально нужно как он, покадровая съемка, как она называется. Ну, вы поняли. Таймлапс. Вот реально, таймлапс нужен. Таймлапс нужен наверх, какая погода, и таймлапс нужен на прибор. Что вы туда не подходите, ничего не подключаете лишнего, и все у вас прекрасно. Но вот если вы такое доказательство реально снимете, что у вас ветряк месяцами работает, базару нет. Вот тогда действует первое правило про то, что я рассказывал ранее. Что у вас подходящее место, в котором ветрогенератор реально работает.